Журавлев запрещал дочери учиться. «Зачем девчонке грамота?» – гневно восклицал он. «Записочки любовные писать». Но маленькая Христина, несмотря на запреты отца, выучилась читать и писать, наблюдая за учебой старших братьев. Позже у нее открылся и поэтический дар, благодаря которому девушка нашла свою судьбу, свое женское счастье. Это было так. В газете были напечатаны стихи юной Христины Журавлевой. Они попались на глаза Алексею Алчевскому, сыну купца. Алексей решил написать девушке свое стихотворное послание. Таким образом, завязалась переписка. Чуть позже молодые люди встретились, полюбили друг друга и поженились. Христина и Алексей Алчевские были не только мужем и женой. Всю жизнь они были друзьями и единомышленниками. Алексей Алчевский родился в 1835 году в Сумах. Его отец был купцом, но не очень успешным, и университетское образование получил лишь старший сын. Денег на учебу младшего сына Алексея не было. Его образование всего лишь курс Сумского уездного училища. Тем не менее, у Алексея всегда была огромная тяга к знаниям, и он чувствовал, что может достичь гораздо большего, чем торговля в бакалейной лавке отца. В возрасте 25 лет он вместе с молодой женой Христиной Даниловной переезжает в Харьков, крупный культурный и экономический центр Украины. Молодая семья зарабатывает себе на жизнь, открыв небольшой чайный магазин. А еще Алчевские, что называется, с головой окунулись в общественную деятельность. Христина Даниловна вспоминала, что в те годы просто пламенела от желания заняться общественной деятельностью, сделать для людей что-то хорошее. Алексей Кириллович стал главой организации «Громада». Организация занималась распространением книг среди народа, изданием на украинском языке легальной и нелегальной литературы. Члены «Громады» собирали фольклорные и этнографические материалы. Впоследствии организация была запрещена царским правительством. Громадовцам обвинили в сепаратизме и украинофильстве. Несмотря на гонения правительства, Христина Даниловна открыла на дому частную бесплатную воскресную школу для женщин. Эта деятельность не поощрялась правительством. Христина Даниловна вспоминала, что в то время в школах были запрещены малороссийская книга и песня, нельзя было даже надевать украинскую вышитую сорочку. Христине Алчевской в полиции грозили штрафом, обещали закрыть семейный магазин, единственный на тот момент источник доходов. Но она продолжала свою педагогическую деятельность, несмотря ни на что. Проблемы были тогда, когда уже позже в имении Алексеевка она открыла на средства мужа школу. Также Алексей Кириллович выделил деньги на ее содержание. Власти не поняли бескорыстного поступка семьи Алчевских. В полиции на Христину Даниловну было открыто дело. На допросы вызывали ее и детей, учащихся школы. Впрочем, через 5 месяцев дело было закрыто. В 70-е годы в Харькове Христина Алчевская открывает швейную мастерскую для девушек, погибающих в нищете и разврате. Проще говоря, она давала честно заработать на жизнь. Опять-таки, средства на открытие мастерской выделил муж. Нужно сказать, что со временем финансовое положение семьи Алчевских значительно улучшилось. Алексей Кириллович, благодаря тяге к самообразованию, тщательно изучал проблемы финансового и экономического характера. В 1868 году он основывает первый в Харькове и второй в России банк коммерческого кредита – Харьковский торговый банк. Через 3 года по инициативе Алчевского открывается первый в России земельный банк. В середине 70-х Алексей Алчевский стал богатым человеком. Его состояние исчислялось 3-4 миллионами рублей, что по тем временам была суммой значительной. А ведь чуть более 10 лет тому назад он был всего лишь владельцем скромного чайного магазина. Кстати, Алексей Кириллович всегда поощрял общественную деятельность своей жены, не жалея немалых сумм денег на все благотворительные мероприятия. Он зарабатывал деньги, она решала, куда их потратить. Христина Даниловна тратила деньги не только на себя и детей, которых было 6. Она всегда знала, что рядом есть люди, которым нужно помочь. Алексей Кириллович говорил жене так: «Твой труд идеалистический большой. Поступай так всегда.
а мой труд – проза житейская. Вскоре имя Христины Алчевской стало известно не только в пределах Украины. При ее содействии воскресные школы возникли во многих городах Украины и России. Под ее руководством создавались учебные пособия. Сборник, составленный Христиной Даниловной под названием «Что читать народу», стал прекрасным подспорьем для учителей того времени. Она переписывалась и была знакома с Толстым, Чеховым, Тургеневым, Лесей Украинкой. Христина Алчевская была избрана вице-президентом Международной лиги просвещения. Она была членом многих российских и зарубежных просветительских обществ. Христина Даниловна была удостоена и вниманием императрицы Александры. За деятельность в области просвещения императрица подарила ей брошь, инкрустированную бриллиантами и изумрудами. Что касается Алексея Кирилловича, то его интересы не ограничились банками. Он решил проявить себя и в делах промышленного характера. Как правило, все, чем он начинал заниматься, приносило ему прибыль, а простым людям давало работу. По его инициативе в 1895 году было создано новое Донецко-Юрьевское металлургическое общество «ДЮМО», которое и начало строить близ станции Юрьевка крупный металлургический завод – завод «ДЮМО». С этого времени и начинается история предприятия, известного нам теперь как Алчевский металлургический комбинат. Очень скоро завод стал приносить хороший доход, и даже появились желающие перекупить его. Начну с того, что 1896 год – это год рождения нашего предприятия. Была выпущена первая продукция, первый чугун. И уже в 1899 году дела у комбината, тогда завода «ДЮМО», шли очень успешно. Акции, которые стоили в начале работы предприятия 250 рублей, в 1899 году уже на бирже стоили 660-680 рублей. И если бы Алчевский в то время продал свои акции по наивысшей максимальной цене, то он бы был владельцем состояния в 30 миллионов рублей. Это могло вскружить голову любому промышленнику. И, в общем-то, многие так и делали. Но Алчевский был человеком совершенно другого склада. И известен такой факт, что бельгийские капиталисты предложили Алчевскому купить принадлежавшие ему 10 тысяч акций по 2000 рублей за штуку. То есть Алчевский сразу бы имел наличными 20 миллионов рублей и мог бы жить припеваючи во Франции, в Париже, не заботясь ни о своем предприятии, не имея каких забот. Но Алчевский категорически, не раздумывая, отказался от этого предложения. Во-первых, потому, что он не мог передать чисто российское дело в руки иностранцев. И кроме того, он говорил: «А как же будут расти мои дети? Тунеядцами будут стричь купоны?» Нет. И это было делом и всей жизни его, и поэтому он отказался от продажи этих акций. А в 1900 году в России наступил экономический кризис, который коснулся и завода «ДЮМО». Экономический кризис 1901 года. Очень многие промышленные предприятия были закрыты, не работали. Но наш завод работал, рабочие не увольнялись. Продукция выпускалась, но не имела рынка сбыта. Вся продукция складывалась на территории завода. И Алчевский обращается неоднократно к правительству, в частности к министру финансов Витте, чтобы получить кредит, чтобы ему дали государственный заказ на общих с другими заводами основаниях, чтобы иметь возможность помочь рабочим, помочь работе завода. Вот. Но в очередной раз ему, каждый раз он обращался, и каждый раз он получал отказ в этом кредите. В конце апреля 1901 года Алексей Алчевский приехал в Петербург вновь просить кредит для предприятия. Последний отказ он получил 4 мая. Через три дня, утром, 7 мая, как обычно, он позавтракал в гостинице «Европейская», просмотрел свежие газеты. Затем, сказав своему секретарю и сыну Григорию, что у него есть дела, в 3 часу дня отправился на вокзал. Часа два Алексей Кириллович прогуливался вдоль платформы, не решаясь на страшный шаг.
Затем, откинув трость, он сошел на рельсы и отправился навстречу приближавшемуся поезду. Письмо Алексея Алчевского своему секретарю Антонину Градецкому. Дорогой, добрейший Антонин Людвигович, как ужасно оканчивается моя жизнь. Простите, простите все. Если Христина Даниловна останется в живых, помогите ей, чем можете. Как велико несчастье! Скольких людей я погубил, не исключая и собственных детей. Такова судьба. Приписка на полях. Дорогой мой сын, дорогой мой Гриц, прости своего несчастного отца. Спеши в Харьков, спеши, может, что-то еще можно спасти. Спеши, не задерживайся из-за меня, думай о живых, ты там нужнее. Сынок, суди сам, был ли я злодеем? Что имел в виду Алексей Кириллович, написав сыну такие строки? Какие злодеяния подразумевал? Дело в том, что его, помимо прочих неприятностей, обвиняли в финансовых махинациях. Дело в том, что Алчевского, кроме того, что завод этот был делом всей его жизни, Алчевского обвиняли в махинациях финансовых, о том, что якобы он деньги из земельного банка как-то перебрасывал на предприятие для того, чтобы смочь как-то поднять завод. Но, во-первых, Алчевский не смог вынести такого унижения. И как говорил его адвокат, уже после смерти Алчевского состоялся суд, и, кстати, он был оправдан, Алчевский, он говорил о том, что виной всему был гордый и властолюбивый характер Алчевского. Он не смог вытерпеть этого унижения и не захотел оправдываться перед властью. Он оправдался только перед своей семьей. Ну вот эта причина, во-первых, он не смог вынести этих напрасных обвинений в его адрес. И, кроме того, это было погибло дело всей его жизни. После смерти Алексей Алчевский был оправдан судом, с него сняли все обвинения. Почти сразу же его детище, завод Дюмо, перешел в руки франко-бельгийского общества. После смерти Алчевского, буквально в июне месяце, банку земельному был выдан кредит на 6 миллионов рублей. И уже, конечно, владельцы банка были другие люди. И смог подняться и завод, который перешел уже в собственность франко-бельгийского общества, то есть в руки иностранного капитала, где в это время уже и главным бухгалтером, и директором завода, главными ведущими специалистами были иностранные специалисты. Рабочим иностранным, кстати, платили в несколько раз больше, чем нашим отечественным рабочим. Для Христины Даниловны жизнь разделилась на две половины – до смерти мужа и после. Она пережила Алексея Кирилловича на 19 лет. Последние годы отдушиной для нее было дело, которому она посвятила жизнь, и ее дети. Нужно сказать, что все дети в семье Алчевских выросли образованными и талантливыми людьми. Старший сын Дмитрий, кандидат естественных наук, прекрасно играл на виолончели и гитаре, неплохо рисовал, продолжил дело отца. Григорий окончил физико-математический факультет Харьковского университета, затем Московскую консерваторию, известен как педагог-вокалист, автор учебных музыкальных пособий и композитор. Анна окончила Харьковскую художественную школу, преподавала в воскресной школе матери. Николай – театральный критик и педагог, автор первого советского украинского букваря. Иван – оперный певец с мировым именем. Его называли королем теноров. После смерти отца он взял содержание воскресной школы матери на себя. Ивану рукоплескали в Петербурге, Москве, Париже, Лондоне. Он умер на сцене в 41 год во время гастролей в Баку. Младшая дочь Христина – известная поэтесса, педагог и переводчица. Через два года после смерти Алексея Алчевского по ходатайству русских и украинских промышленников железнодорожная станция Юрьевка была переименована в станцию Алчевская.
От нее получил название и поселок, постепенно превратившийся в город. В 1996 году, когда Алчевск отмечал свое столетие, в городе был открыт памятник Алексею Кирилловичу. Его отливали на Алчевском металлургическом комбинате, бывшем заводе «Дюмо». Подобный памятник находится и в Харькове. В названии «Алчевск», наверное, сохраняется не только память о промышленнике, банкире, меценате Алексее Алчевском. Это дань уважения большой прогрессивной семье, сделавшей немало добрых дел для нашего края.